В Елабужском институте КФУ стартовал новый сезон проекта «Детский университет». Как прошло открытие и что ожидает юных студентов во время учебного года, узнаем в следующем сюжете. Детский университет – это образовательный проект Казанского федерального университета. Он начал свою работу в далеком 2011 году и сейчас открывает свои двери для юных студентов уже в 11 раз. В день открытия учащиеся младших классов местных школ смогли принять участие в научном шоу, после чего отправились на занятия. В свой первый день в статусе студентов Елабужского института ребята познакомились с миром профессий, а также посетили урок по компьютерной графике. Для юных студентов был подготовлен и практический мастер-класс, во время которого они изготовили открытки к предстоящему празднику – Дню Учителя. Мы до этого посещали разные мероприятия для детей, такие как «Ночь науки» от нашего университета, и нам очень нравилось. Моим детям они в восторге были от этих всех мероприятий, и... Конечно, когда узнали про открытие детского университета, решили тоже посетить это занятие. Тематика занятий в детском университете охватывает широкий спектр дисциплин. История, право, математика, химия, физика, астрономия и ряд других. Хожу каждый раз на детский университет, потому что мне интересно, и я постоянно узнаю чего-то нового. И потом рассказываю родителям и родным. В течение всего года ребята ожидают увлекательные занятия, которые будут проходить на территории студенческого кампуса и университетской школы с участием профессоров и доцентов Казанского федерального университета. Посещать занятия могут все желающие абсолютно бесплатно. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз.